На очередном 83-м заседании депутаты Законодательного собрания Ленинградской области во втором чтении рассмотрели бюджет региона на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. Ленинградская область, одной из первых в Российской Федерации, уже 5 декабря выполнила годовой план по доходам. Сейчас главная задача – выполнить план по расходам, хотя уже сегодня очевидно, что на 100% его выполнение выйти не удастся. Скорее всего, он будет выполнен на 90-93%, считает первый заместитель председателя правительства региона Роман Марков. Бюджет 2016 года напряженный, но он абсолютно реален. Более того, уже сегодня понятно, что по итогам первого квартала правительство будет уточнять главный финансовый документ региона, причем в сторону повышения расходной части и, прежде всего, социальных статей. Но по закону это можно будет сделать только после завершения финансового года, когда появятся окончательные цифры доходов и расходов бюджета. Спикер областного парламента Сергей Бибенин считает, что подобные корректировки сыграли свою положительную роль при работе над главным финансовым документом. У нас в течение года постоянно идут корректировки. И вот по предварительной оценке, сейчас даже в правительстве думают, пораньше может эти корректировки провести, не на весну уходить, а может быть там конец февраля посмотреть, начало марта, чтобы те деньги, которые по нашим прогнозам еще должны появиться, чтобы их быстрее запустить в работу. А так, бюджет сбалансированный, взвешенный. Поэтому я считаю, что вот та драка основная, которая была тут 3 недели, она прошла, в общем-то, и все выяснили, так сказать. Спасибо Маркову, что он так организованно сумел провести все наши дополнительные рассмотрения. Поэтому роль сыграл.